Тем временем ремонт теплотрасс на саратовских улицах обещают завершить до конца недели. Напомню, энергетики планировали закончить работы до 2 октября, но теперь сроки перенесли на конец недели. Сейчас ремонт завершили на всех проблемных участках. Рабочие начали засыпать и асфальтировать дороги. Однако работы, связанные с ограничением движения транспорта, продолжатся на улице Орджоникидзе. Там прокладывают новые трубы и потому завершат ремонт лишь в конце октября. Напомним, в настоящий момент в Саратове для замены изношенной теплотрассы закрыто движение автотранспорта по 10 улицам. Из-за этого в городе практически парализовано движение автотранспорта.